Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Партнеры программы. Сеть удобных магазинов «Титан». Промгражданстрой. Охранное предприятие «Дельта». Авиакомпания «Хуну Эйр». Лето началось со шторма. О последствиях плохой погоды и других событиях дня прямо сейчас. О новостях в республике расскажут корреспонденты АТВ и я, Алексей Кузнецов. Вначале коротко о главном. Шторм привел к пожару в Селенгинском районе. Огонь полыхает вблизи населенных пунктов. Подали в суд на налоговую, будем обжаловать решение. Больницы не оставят без кислорода. Какие варианты нашел Минздрав после банкротства единственного поставщика? Ой, детство – это счастье! Погода не всем праздникам помеха. В Бурятии отметили День защиты детей. Лето в Бурятии началось сурово. По данным гидрометцентра, ветер усилился до 23 метров в секунду, местами шквалистый до 30 метров. В районах республики идут дожди, местами грозы, и погода продолжает ухудшаться. Стихия уже внесла коррективы в празднование Дня Бурятии. Так, на другую дату перенесен концерт «Караоке поет республика» на площади Советов. Также отменен и праздничный фейерверк. Гораздо более серьезная ситуация разворачивается в Селенгинском районе. Там из-за грозы возникли 4 лесных пожара. Самый крупный бушует близ турбазы «Уголек» на Щучьем озере. Огонь полыхает в 1,5 километрах от ближайшей деревни. По предварительным данным, разряд молний попал в сухую траву, а штормовой ветер разнес возгорание в считанные минуты на площадь до 50 гектаров. Пока ликвидировать пламя не удается. На месте происшествия работает и наша съемочная группа. И вот что передал из опасной зоны корреспондент Будамунхоев. Завтра в Бурятии официально открывается купальный сезон, но я попросил бы горожан не торопиться выезжать в одно из самых популярных мест. И не только потому, что очень сильный ветер, штормовое предупреждение, ну, тут просто элементарно опасно. Горит лес, очень близко к турбазам, очень сильный ветер, этот огонь быстро распространяется, возможно, через, не знаю, каких-то 10-15 минут нам придется поскорее сматываться отсюда. На тушение пожаров в Селенгинском районе брошены свыше 100 сотрудников лесной охраны, а также 50 парашютистов-десантников и 25 лесопользователей. Работают свыше десятка машин – бульдозеры, тракторы и другая техника. Сейчас силы активно привлекают из других районов Бурятии. К другим темам. АТВ действует. По итогам рассмотрения нашего запроса о беспределе в Тарбагатайском районе возбуждено уголовное дело против полицейского. Напомню эту историю. В октябре прошлого года к нам обратился житель Нижнего Жирима. Он жаловался на незаконные действия сотрудников полиции, которые силой выбивали из него показания. Ивану Русину повредили связки и мышцы рук. Ему пришлось перенести многочисленные операции и долгую реабилитацию. Кроме того, его попытались обвинить в неподчинении стражам порядка. Итоги скандального дела далее. 500 метров проехали, они останавливаются и в приказном порядке, уже в грубой форме. Давай подписывай, мы тебя все равно заставим подписать. Ударяет, я упал животом на землю. И подскочил второй, челюнь стал правую мне руку крутить, уворачивая прямо на земле, не давая подниматься. А Жданов левую. Это было 9 часов где-то, ну 10-20, 10-го. Он заходит, в приказном порядке поехали в суд. Я говорю, ты мне дай повестку, я поеду в суд. Я говорю, я не поеду, меня схватил за руки, и я был на больничном. Я говорю, я не могу ехать, во-первых, я болею и плохо себя чувствую. Я нахожусь на больничном лечении. Но он, не понимая, был опять в жесткой такой, это, грубая форма такая у него какая-то. Он за руки меня ловит, достает пистолет и к животу наставляет мне его прямо во дворе здесь. Долгое время потерпевшие с адвокатом пытались добиться возбуждения дела против полицейских. И прокуратура района, и Следственный комитет раз за разом слали отписки в ответ на жалобы. И в итоге пришел отказ в возбуждении. Решили отказать, что Русин никуда больше не пойдет. Откажем, и на этом все дело закончится. Русин останется при своих интересах. Вот. Ну, я хочу сказать, что у нас, значит,
Полицейские-то хотели повернуть дело так, что во всем виноват сам Русин. После того, как Иван Русин обратился к нам, мы написали собственное обращение, в том числе в Следственный комитет России, с просьбой провести повторную проверку. И то ли в правоохранительной машине повернулась нужная шестеренка, то ли публичная огласка помогла, но 20 апреля в отношении участкового Тарбагатайского района возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением или угрозой применения насилия». Бурятия нашла новых поставщиков медицинского кислорода. Напомню, больницы республики могли остаться без жизненно необходимого газа из-за банкротства единственного поставщика. Компания «Аника» прекратила свою деятельность. Как решают проблемы, выясняла Мариам Басканян. Больше 10 лет компания «Аника» – единственный поставщик медицинского кислорода в больнице сразу трех регионов. Год назад компанию обвинили в фальсификации лекарственного препарата. Начались обыски, задержания и изъятия. Дошло до того, что 30 мая налоговики заблокировали все их счета и потребовали от компании выплатить все долги. Сразу после этого «Аника» приостановила производство кислорода и его поставку в больницы Бурятии. Вот они посчитали, что мы работали с контрагентами, так скажем, плохой репутации. Но мы как бы давно их знаем, давно работаем. С нашей стороны были они проверены, эти контрагенты. Так что почему они так решили? Ну, мы не знаем, подали в суд на налоговую, будем обжаловать решение. В проблему экстренно вмешался Минздрав. Глава ведомства Домбинима Самбуев провел совещание с главными врачами больниц и директором «Аника». Проблему дефицита кислорода удалось решить оперативно. Нашли других поставщиков. Есть фирмы, которые поставляют медицинский кислород. У нас взаимоотношения еще из того периода не сохраненные. Есть иркутская фирма, ангарская фирма, которые имеют лицензии. Однако этот вариант все-таки не выгоден Бурятии. Если «Аника» закроют, деньги на закупку кислорода будут уходить в другой регион. Вдобавок придется отдельно оплачивать транспортировку. Но если, допустим, как-то правительство или кто-то обратит внимание на эту ситуацию, могут, может волевым решением как-то отменить это решение налога, убрать эти долги, 42 миллиона с половиной. И тогда предприятие заработает или субсидию какую-то нам выделят. Пока Николай Мальканов продолжает воевать с налоговой службой, Минздрав готовится заключать договоры с новыми поставщиками. Но, по словам главы ведомства, как только «Аника» разберется со своими проблемами, к их услугам обязательно вернутся. Мариам Восконян, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Огненное противостояние. После пожара на улице Жердева, 25, разгорелся конфликт между пожарными и жителями дома. Соседи сгоревшей квартиры считают, что спасатели работали спустя рукава. В ведомстве утверждают, что действовали по инструкции. В ситуации разбирался Илья Балханов. В ту злополучную ночь Виталий был дома с дочкой и мамой. Неожиданно в дверь постучал сосед и сообщил о пожаре. В квартире, откуда шел дым, никто не откликался. Позже стало понятно, что в горящем жилье есть человек, и мужчины попытались выломать дверь, но безуспешно. Пожарник минут через 10 поднимается, у него ничего абсолютно. А что здесь дверь железная? Я говорю, а вы как думаете, у всех, по-моему, железные двери? Вот я говорю, у вас что, ничего нет? А нам болгарка зачем? Пока пожарные решали, как и чем вскрыть дверь, все это время в полыхающей квартире задыхалась 92-летняя старушка. По словам Виталия, спасатели открыли двери лишь через 3 часа. Все это время бабушка находилась в огненной ловушке. В половине четвертого, как раз перед тем, как рассветать, подъезжает УАЗик 452-й. А еще полицейский ходит, я ему говорю, что там, кто живой? Он говорит, да нет, говорит. И смотрю, черный этот целлофан выносит, они, знаете, как дрова, закинули в этот кузов. Житейский взгляд суров к работе огнеборцев. Однако в МЧС нам сообщили, что такая оценка их работы непрофессиональной, и люди попусту не знают всех тонкостей сложного ремесла. Силы и средств было недостаточно для того, чтобы начать одновременно как тушение пожара именно в горящей квартире, так и эвакуацию людей. Имеется аварийно-спасательный инструмент в подразделениях, в том числе для вскрытия дверных полотен, именно для вскрытия дверей. Но его не было тогда? Был он в составе первого отделения, то есть было принято решение, потому что человек уже внутри работал. В управлении отметили, что пожар удалось потушить таким образом, чтобы он не перекинулся на другие квартиры. В результате пожара на Жердева 25 погибла одна женщина. Илья Балханов, Федор Модонов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Ко Дню защиты детей с 31 мая по 3 июня. Скидки до 50% на игрушки. Абсолют – гарант низких цен.
Точка роста. Заместитель министра экономического развития России в рамках визита в Улан-Удэ посетил промышленный парк Бурятии. Чиновник пообщался с его резидентами и ознакомился с проектами. Также осмотрел цеха главного флагмана парка – компании «Ажуртекс», которая уже 10 лет производит текстиль. Это первый цех бельевого трикотажа мы шьем. Второй цех – это мы открыли цех чулочно-сочных изделий. Третий этап – мы открыли цех верхнего трикотажа, мы вяжем. На сегодня предприятие добилось серьезных успехов. Оно уже выходит на международный уровень. Импульс развития во многом дал как раз промышленный кластер. По словам высокопоставленных гостей, именно такой механизм технопарка эффективнее всего помогает малому бизнесу, образно говоря, выйти из гаража. Мы здесь видели очень как раз приличный этому пример, когда там ребята молодые делают свое небольшое производство, будь то детская мебель или там комплексы для детей, которые на улице устанавливаются. Ничего вроде высокотехнологичного нет, но качественный продукт, сертифицированный, есть спрос, люди зарабатывают. Но чтобы это делать, нужно, чтобы была производственная площадка. В тот момент, когда мы запустили промышленный парк здесь, то есть у нас наше муниципальное образование вышли с просьбой создать такие же в виде дочерних предприятий. Вопрос о создании новых парков в Бурятии поднимут на федеральном уровне. Дополнительные площадки просто необходимы малому бизнесу, отметили собравшиеся. Продолжаются дебаты участников праймерис «Единой России». В Кабанском районе они прошли в поселке Шигаево. Кандидаты вступили в дискуссию на тему развития образования. Подробности в сюжете Чингиса Ачирова. Первоочередная задача в сфере образования Кабанского района – это ремонт и оснащение сельских школ. По словам Лилии Деевой, оказывать такую поддержку селенгинскому ЦКК не привыкать. Мы, как крупный комбинат, очень много помогаем, ну, допустим, поселению Селенгинск однозначно. Всем школам, там исчисляется это уже десятками миллионов, помогаем менять и систему отопления, туалеты, ну, вот жизнь как жизнь, кровли. Другая немаловажная проблема – это нехватка молодых специалистов. За прошлый год в образовательное учреждение Кабанского района пришло лишь 9 учителей, и всего 7% от общего числа имеют опыт менее 3 лет работы. Встает вопрос, кто завтра будет обучать наших, ваших детей? И об этом нужно думать уже сейчас. Конечно, может быть, с тем проектом «Земский доктор» были определенные сложности и проблемы, и нужно их учесть и доработать, но при этом нужно принять такую программу по «Земскому учителю». И найти на это финансирование, пролоббировать. Александр Попов акцентировал внимание на строчку в бюджете о субсидиях на поддержку инфраструктуры. Только за счет этой поддержки ежегодно район получает 20 с лишним миллионов. Это вот как раз на дома культуры, на библиотеки, на школы. После этой речи депутат Хурала неожиданно обратился к Лилии Деевой, почему-то заранее предсказав победу не в свою пользу. Я к вам обращаюсь уже как к будущему депутату. Вы ни в коем случае все-таки или постарайтесь сохранить эту статью расходов в бюджете республики. Причины такого пессимизма не ясны. Возможно, эту тайну Кабанского двора депутат раскрыл в ответе на вопрос из зала. Вот такой вопрос родился к Александру Петровичу. Александр Петрович, вы депутат Народного Хурала, 2 созыва. Вы удовлетворены своей работой в Народном Хурале? Ну, абсолютного удовлетворения, конечно, быть не может. Потому что все, что надо было бы сделать, конечно, мы не сделали в Народном Хурале. Тем более в отношении сельского хозяйства. Напомню, праймерис «Единой России» пройдут уже в это воскресенье, и тогда станет ясно, кто же все-таки представит партию на сентябрьских выборах в Народный Хурал. Чингис Ачиров, Федор Модонов, телекомпания АТВ. А на дебатах в другом селе Кабанского района, в Байкало-Кударе, жительница обратилась за помощью к телекомпании АТВ прямо из зала. По ее словам, Сбербанк в поселке работает всего 3 дня в неделю, что крайне неудобно местным жителям. Банкомат, чтобы работал. 3 дня работает Сбербанк, 3 дня работает банкомат. Обратимся в Сбербанк за комментариями и попросим, чтобы они сделали удобный для вас график. Мы, в принципе, именно в таком режиме всегда с людьми работаем, когда есть жалоба, есть комментарий другой стороны и решение проблем. Вы согласны? После
мероприятие. Все, а пенсию получить невозможно. Откуда ты приезжал, приехал, прибежал. А три дня, какие три дня работаешь? Вторник, среда и четверг. Все. Больше... А какой режим работы? Она всего одна работа. Режим работы что, с 9 до 4. А вы бы как хотели? Ну, какие вообще предпочтения? Хотя бы даже, пусть бы Сбербанк постоянно работал 5 дней в неделю. Постоянно там очень много бывает народу. Очереди, пенсии получают, кредиты платят, услуги, света, свет, ну, телефон и все прочие услуги, потому что телеграфа у нас нету, закрытый телеграф, ну и вот такие проблемы. По каким причинам сокращен график работы филиала и возможно ли вернуть полноценный режим? Эти вопросы мы направили официальным запросом в адрес Сбербанка. В наших последующих эфирах мы расскажем о решении этой проблемы. Улан-Удэнский авиационный завод успешно выступил на международной выставке вертолетостроения. Презентованы два образца, один из которых уже запущен в серийное производство. Ми-171А2 – один из самых серьезных конкурентов мировым аналогам. Из Москвы подробнее расскажет Екатерина Устюшенко. В Улан-Удэ новоиспеченный Ми-171А2 совершил свой первый полет, а через несколько дней уже представлял завод в Москве на Хелираша-2018, крупнейшей международной выставке. Там вертолет торжественно пополнил ряды авиакомпании «Ютэйр». Вторую машину передадут в июне. Работать выходцы улан-удэнского завода будут в Заполярье, но беспокоиться не о чем. Ми-171А2 достойно прошел испытания в Якутии при экстремально низких температурах. Это наши надежные партнеры. Более 100 вертолетов сегодня у нас производство улан-удэнского завода в строю, поэтому мы являемся такими активными клиентами и благодарными клиентами. Ми-171А2 – это сочетание многолетнего опыта и новейших технологий. Его можно использовать днем и ночью в условиях высокогорья и повышенной влажности при температуре от минус до плюс 50. На борту установлены камеры внешнего наблюдения и тепловизоры. В отличие от Ми-8, где было 3 члена экипажа, Ми-171А2 предполагает 2. А еще он безопаснее, быстрее и комфортнее своего предшественника. Полностью новый тип вертолета Ми-171А2. В данном случае получается жидкокристаллические мониторы, в простонародье в авиации говорят стеклянная кабина. Это комплекс бортового оборудования. Здесь сейчас заведены полностью цифровая навигационная система. На Хелираше вертолет нашего завода произвел настоящий фурор среди мировых экспертов в области авиастроения. И по прогнозам компании, спрос на винтокрылую машину будет только расти. Потенциальные покупатели – Азия, Африка, Латинская Америка и страны ближнего зарубежья. В конце года на выставке в Жухае в Китае мы будем демонстрировать вертолет Ми-171А2 на статической стоянке и летном показе вертолета «Ансат». Поэтому это сегодня наши лидерные модели. Испытания все закончены, получены сертификаты. На базе его вертолета будет распланироваться модификации для работы самок. Нефтяникам, газовикам, самим другим, многим-многим покупателям. Еще одним ярким событием Хелираша стала презентация нового легкого многоцелевого вертолета ВРТ-500. Проект российских конструкторов. После сертификации его серийное производство планируется запустить на Улан-Удэнском авиазаводе. Это и успех на выставке лишний раз доказывает, что продукция завода востребована и перспективы развития у улан-удэнского авиастроения есть. Екатерина Устюшенко, Александр Моисеев, телекомпания АТВ. Сегодня в Улан-Удэ еще до ухудшения погоды успели ярко отметить День защиты детей. За празднованием на площади Советов наблюдал Чингис Ачиров. Это я нарисовал грустно у себя, потому что мое детство, к сожалению, уже закончилось. Но вот этих детишек все впереди. Сегодня их праздник, и они рады этому событию. Рады, что каникулы наступили? Да! А что еще будете делать? Балдеть! Я буду купаться, кататься на роликах и буду гулять. Я буду на море купаться и жить там 10 дней.
счастье, это мороженое, это сладости, это друзья, это, ну, все самое лучшее, что может быть. 3 месяца отдыха, это новые друзья, это закалка, это здоровье, это внимание близких родителей. Вот сегодня ваш праздник, вот какой подарок попросите у мамы? Я бы хотела попросить какую-нибудь, ну, там, одежду, платье или что-нибудь еще. А я бы игрушку какую-нибудь. Сделаете? Постараемся. Долго ждала каникулы? Да, очень долго. Это мой смысл жизни. Пацаны, хотим, чтобы наши девчонки жили в красивой стране. Да? Да? Молодцы. Девчонки, хотим, чтобы пацаны наши были настоящими мужчинами. Да? Молодцы. Всех с праздником! Сегодня в Улан-Удэ открылся первый в городе сервисный центр ArtLife. Репортаж об этом далее, а я с вами на этом прощаюсь. Хороших выходных и всего доброго. ArtLife – это быстро развивающаяся российская компания в сфере здорового питания. За 20 лет работы она на мировом уровне заработала репутацию производителя качественной продукции. В Бурятии препараты компании раньше заказывали только в интернете. Теперь же людям не надо ждать доставки своих заказов. Мы должны и обязаны свое здоровье профилактировать, насыщать, наполнять, так как у нас сейчас в системе питания она стала настолько обедненная, что мы не получаем все необходимое для нашего организма. А именно здесь имеются такие препараты, которые именно клинически все апробированы, имеется полностью сертификация на каждый препарат. Препараты ArtLife могут употреблять как дети, так и старшее поколение. Вся продукция сертифицирована. Ее производят в соответствии с современными государственными требованиями. Таблетки для бессмертия еще не изобрели, но вот омолодить свой организм и продлить срок жизни уже возможно. А это уникальные продукты ArtLife – алиопрен, кардио, гепа и нейро. Эти капсулы на клеточном уровне восстанавливают сердечную систему, печень и сосуды головного мозга. Одна такая упаковка может заменить сразу несколько лекарств. Кроме этого, компания выпускает витамины, противовоспалительные и иммуномодулирующие препараты, продукты питания, косметику и многое другое. Мы же тоже знаем, вот от одного вида заболеваний есть какое-то лекарство, но оно не всем помогает. Тебе помогает, а соседу другое лекарство нужно, какая-то добавка нужна. Поэтому, я думаю, каждый найдет доступ вот здесь у дверей прямо к продукции. В Бурятии ArtLife давно состоит в торгово-промышленной палате, поэтому сомнений в развитии ее бизнеса нет. По словам главы ведомства, помощь полезному делу приоритетна с их стороны. Ну и телезрители, наверное, заметили, что у нас сегодня очень модно стало следить за своим питанием, модно стало следить за своим здоровьем. Вот. И такие компании, небольшие компании, которые открываются, помогают людям в осуществлении своих каких-то образов визуальных, каких-то мыслей, чтобы человек похудел, чтобы человек набрался здоровья. ArtLife – это качественная продукция, которая уже успела заслужить доверие потребителей и успех на рынке. В Улан-Удэ офис находится по улице Балтахинова. Мариам Васканян, Александр Моисеев, телекомпания АТВ. Ко Дню защиты детей 31 мая и 1 июня. Скидка 20% на все шоколадные плитки. Абсолют. Гарант низких цен. Абрикосы из солнечного Узбекистана. В Титане всего 159,90. В Титане при покупке Зева Делюкс средства Доместос всего за 19 рублей. Город – это люди, дома, предприятия. Мы создаем мир вокруг себя. Мы строим наш город. Промгражданстрой. Продажа квартир по выгодным условиям. Телефон 410-210. Мой дом. Мой бизнес. Безопасность моей семьи. Я доверяю Дельте. Охранное предприятие Дельта всегда на страже вашей безопасности. Уважаемые пассажиры,
Авиакомпания «Хунуэр» совершает рейсы по маршруту Улан-Удэ, Улан-Батор каждую среду и субботу. Добро пожаловать в Улан-Батор!